это просто классная вещь, чтобы, знаете, так показывать, что можно жить и под пугому. Станция «Велосипед» — это сеть станций велопроката на острове Русский, кампус ДВФУ. В самом центре, на набережной спортивной гавани. Друзья, кто-нибудь уже брал в аренду велосипед на станции «Велосипед»? Вы, раз, ты можешь получить еще одну наклейку. Вчера, это и есть велосипед? Нет? Все, хорошо. Еще одну наклейку для тебя, просто для того, чтобы ты такой молодец, и шарик тоже возьму еще один. Александр, все, рассказывайте, что? Как вас привело вот к такому виду занятия? Большой мотоцикл получился велосипед. Большой мотоцикл получился велосипед. Вы не ищете их путей, я понял. Я создал из того, что есть себе подобный мотоцикл. Творец, это круто. Это же, ребята, обратите внимание, реально очень крутой байк. Прям очень крутой. Я не знаю, он ездит, на него можно просто смотреть и все. Сколько денег складывается? Это какая-то реликвия большая, вот. Интересно. Все, у кого есть карта Тинькофф, приезжаем сюда. Быстрее, быстрее, приезжаем, да, приезжаем. Еще.
вы можете присоединиться к большому общему чату «Сам себе велосипед в WhatsApp». Для этого надо зайти на сайт Urban Velo или «Сам себе вело» в блоге контактов, считать QR-код и перейти по ссылке там же. Присоединяйтесь к сообществу «Сам себе велосипед» и загляни в лицо самой велосипедной компании Владивостока. У нас есть призы, чтобы вы могли их получить и запомнить это событие. Это уже не так весело становится. Друзья, поддерживаю нашего конкурсанта, да, это уже сложнее становится, поэтому нужна поддержка. Давайте поаплодируем, похлопаем. Ого! Алексей, постойте. Я вам вручу вот аренду велопроката у нас в 3 часа. Вы так сражались за свои эти, за свои амбиции. А мы даже еще вам вручу, держите. Все, друзья, все, кто хочет регистрироваться на Жолок Квест, который... Совсем скоро будет начинаться, буквально через полчаса, обращаемся вот сюда, в эту палатку, прекрасно, дальше волонтёр. Слушай, ну мы впервые приехали, впервые сидел на велосипеде за последние, наверное, лет 10, ну может быть так, вот, очень иногда. И, конечно, я поднатёр некоторые места, вот, но это неизбежно, на велосипеде так всегда, особенно если сушка маленькая, если сушка упирается. Но с другой стороны, это разминается простата, по-своему это полезно, я думаю. Так что велосипедисты, я думаю, у вас у всех все нормально в личной жизни. Я думаю, Денис, тебя все поняли, кто катается на велосипеде. Ну, спасибо.